Всем привет! Сегодня готовлю слоеный рулет с капустой. Готовится просто и быстро, и чем-то всегда напоминает мне штрудель, мягкий с хрустящей корочкой. Из муки и воды замешиваем пресное и мягкое тесто. Воду добавляю постепенно несколько раз. Хорошо вымешу тесто на столе, соберу его в один комок и отправлю отлежаться примерно на полчаса. Тесто должно быть мягким, поэтому до крутого состояния его не замешиваем. Точное количество муки и воды найдете внизу в описании под видео. Для начинки лук нарезаю полукольцами, морковь натираю на крупной терке. Мне понадобится луковица, морковь и кислая капуста. На сковороде в небольшом количестве масла обжариваем лук, добавляем морковь и все слегка притушим. Туда же отправляем квашеную капусту, я предварительно отжала ее от лишнего сока. И все хорошо притушим. Тесто разделю на три части и раскатаю в очень тонкие-тонкие пласты. Тесто мое очень мягкое, не тугое и раскатывается очень хорошо. Таким вот образом необходимо раскатать все три пласта. Раскатанное тесто сбрызгиваю все хорошо растопленным сливочным маслом. На первый слой теста кладется второй, на второй третий и промазывается все это между ними маслом. Затем выкладываю на него фарш, равномерно все распределяя и сворачиваю все рулетом. Перенесу рулет на лист и отправлю все в хорошо разогретую духовку до образования румяной и хрустящей корочки. Готовый рулет сверху промажу сливочным маслом. Рулету необходимо дать настояться, он должен остыть и обмякнуть. Он очень вкусный в холодном виде и очень хорошо подойдет как в отдельном виде, так и к любому дополнительному блюду. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Приятного аппетита, всем всего хорошего и до новых встреч!